В Неаполе произошли столкновения между участниками антинатовской и пропалестинской демонстрации с полицией. Беспорядки вспыхнули у театра Сан-Карло, где был запланирован концерт, посвященный 75-летию Североатлантического альянса. Протестующие пытались прорвать кордон безопасности, окружавший оперный театр. Манифестанты держали в руках плакаты с надписями «Остановим геноцид в Газе», «Нет НАТО». Стражи порядка разгоняли демонстрантов дубинками. Сообщается, что ранения получили по меньшей мере 8 человек.